Если для содержания гуппи не требуются аквариумы больших объемов, то какой объем вы посоветуете для аквариума? Развитие технологий, конечно, сейчас позволяет, ну, то есть позволило, да, в связи с тем, что мы ушли от каркасных аквариумов. То есть это позволило снизить стоимость аквариумов и, следовательно, автоматически как бы дало возможность приобретать аквариумы больших объемов. Да? Но если уж брать историю, когда вот я еще в садик ходил, в школу пошел, когда вот мое первое знакомство с аквариумом произошло, тогда, в принципе, не было аквариумов, как сказать, больших объемов. То, что выпускала отечественная промышленность, это были аквариумы 12, 24 и 60 литров. Ну и, как правило, их-то не сказать, что было там в магазине свободно стояли. Да? И у основной массы, в принципе, и даже вот старые авторы, Полонский, Кочетов, то есть у них пишется, что у них даже производители росли в 24-литровых аквариумах. Поэтому, конечно, и 12 литров хватит, но здесь нужно учитывать уже то, что условия из-за маленького объема аквариума, то есть усложняются условия. То есть уже нужно быть аккуратным там подачи корма, чтобы лишнего корма не было. Иначе, если будет лишний корм, вода будет быстро пропадать, ну и так далее.